Так, ну что, всем доброго-доброго утра. 9:30 у нас, я проснулась в 7, Афонька разбудил, у него что-то кашель, в общем, дала ему сироп, он сейчас уехал, сижу не на работу, ненадолго, а я буду готовить обед. Кто? Я так и не договорила, что у нас на обед. На обед у нас уточка, которую я обрезала, ножки, крылышки и грудку, хребет буду варить для бульона, а вот это все обжариваю с перцем и солью. Лук еще порезала, сейчас еще морковочку потру, и будет у нас утка с макаронами. Макароны будут вот такие. Моя одна из самых любимых форм, это вот такие спиральки. Ты привез? Антоша тут заправляет покрывало, складывает. Папа, что, ты все купил? В следующий раз я список пишу. И деньги не дают. Уже сколько раз так было? Список приходил, а что-то деньги не приходят. Это уточка, папа, с макаронами. Так, будем завтракать всей семьей. Во сколько мы? В 10:20, да? В общем, хоть время не говори. Кровянка у нас сегодня. Садись, папа. Там есть вот поджарим. У меня вот эта уточка с жарочкой, с водой потушилась примерно минут 20, наверное, на режиме тушения у мультиварки. Сейчас я засыплю сюда макарошки и включу на режим пасту. Будут готовые макароны с мясом. Ну что, я немножко подсолила, высыпала макароны, и теперь немножечко добавляю сюда еще воды. И сейчас еще немножко тоже добавлю, но уже из чайника. Все. Сейчас все перемешать нужно хорошо. И, в общем, все, на режим паста. Как оно там, по-моему, паста называется. Ну что, мы с мамулей вяжем, да? Сегодня мы немного, да, мам? Потому что нам еще в кино же. Кино же! Да. С укропом мы начали, а после обеда петрушки, да? Ага. Ну, мы все должны успеть, да? Да. Пока в мультиварке наша уточка с макаронами готовится, мы работаем. Соня говорит, мне один зуб выбили, иди я посмотрю. А кто тебя ударил по зубику? Вот так. Вот так? Ударился? Иди, я посмотрю ротик, иди. Афоня с детства. Видите, тут решили с папой тут же залить, наконец-то, да? Стой, 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 стой. Хватит? По-моему, даже много, нет? Немного, в общем, у нас вот такая штука подарили, Антоша, плавающий кораблик. Здесь из гипса надо заливать. Воды, наверное, многовато, да? Ну, короче, посмотрим, что получится. А там не написано, разве сколько миллилитров воды, нет? Что? Так а вы на бубили... У нас гипса кружка 200. У нас нету больше гипса. Как есть, да? Конгаска. Папа, конгаска, да? Гриша, не бафа, это же гипс. Так, мы уже петрушки навязали. Уже 4 часа, сейчас пойдем всех будить, собираться в кино. Просыпайтесь, мальчики мои любимые. Мальчик, просыпайся. Пошлите, папуля вас обмоет всех. Мама сейчас наложит, она же покушать. Поедем уже 4 часа. Угу. Наш собираться. Так, ну что, мы сейчас будем кушать. И посмотрите, какие макароны суперские в мультиварке. Они даже не разварились. Вот варила, мне этим и нравится. Готовила их, знаете, на режим поставила паста на 20 минут. То есть там уже была горячая вода. И режим паста вообще включаешь 8 минут, а потом я... Кнопочка минуты добавила до 20, и все вообще приготовилось идеально, и не разварилось, и приготовилось. В общем, все, сейчас покушаем и поедем. Ну что, мы собрались. Сейчас покажу вам платье вот Фаберлик, которое я купила. Там была у них какая-то распродажа на прошлой, позапрошлой неделе. Получилось, что вот это вот платье, и еще там кофта. Это же как бы прошлая летняя коллекция, без ремешка, ремешок отдельно. Обошлось за 1200 и кофта, и платье. Ну, мне кажется, оно такое прикольное, очень летнее. Цвет особенно мне нравится. Вот, так что сейчас все собрались и едем в кино. Дети уже ждут. Билеты купили, так что едем.
там сейчас? 17:25. Думали выехать в 17? Ух ты, бля, уже поле убрали, я не видела. Уже задискуют. Да, представляешь, это вчера, наверное. Ты со своей деревни никак не выезжаешь. В принципе, паромы же редко ходят, да? Да, да, да. Я хоть жену вывез это в люди. Зайка, вот эта машина едет. Ты представляешь, у нас же на хуторе нету машин. Нету. Только твоя, да. Ты прикинь, еще есть машина в станице, оказывается. Да, люди еще ходят, да? А где-то даже газовая труба идет, сержант. По этой стороне идете, сержант. Нет, вон же там, вот же. А тут же поверху же газ. Ну это специально по центральной улице, чтобы красиво. Да, это не по центральной. В общем, все пристегнулись, поехали в кино. Да, не все. Давайте помогайте Антону Сергеевичу. Потяните ему. Тебе нравится вот этот человек, да, который вон танцует? Вот он какой классный. Ну, чего фотоаппарат пугает? Пугает твой фотоаппарат? Да. Видно, кто спал в обед, да? За полчаса доехали? 18:00. Сейчас еще полчаса будем парковку искать, да? Да нет, сейчас, наверное, то на морах люди. Поэтому я думаю, может это. Да? Наверное. Давай смотреть, где там встать. Сулико. Ресторан Сулико, да. Ага. Все, походу, резко вернулись с Марией, да? Выезжает или заезжает? Заезжает. Так, все, пошлите. Что такое, ты поспал? Да сейчас, наверное, пойдем верить, посмотрим. Что тут идет? Война какая-то? Это А ты смотрел пиратов? Нет. Пошлите. Где миньоны? Ну, пойдем. Пойдем посмотрим. Пошли сейчас сначала билеты возьмем. Мы же купили, надо теперь их забрать. Потом туда. Хорошо. Человек-паук, папа. Где? Вот. А, человек-паук, папа, я что ли? А вот гадкие я три. Ой, у них даже новые джинсы. Это Антоша, Афоня, Гриша. Зай, то есть, судя по этому, у тебя пятая девочка. Да? Ну да, если так. Я билеты взяла. Бля, сколько-то. А тут и были тролли, да? Угу. Так, пошлите это. Куда мы, пап, в Декатлон пойдем? Пошли. Все, нашли мы Декатлон. Папа, идем? Ты раз? Одна! Сейчас с Антошей велосипед посмотрим, да? Ага. Да, тут палатки, да? Пошли? Ага. Декатлон! Так, идем искать велики, а то тут что-то все поменялось, да, пап? Самокаты висят. Тебе надо вот это? А Антоше надо вот это. Пошли Антохе выбирать велик. Пап, давай искать. Гля, тут сколько великов, да? А вот уже скоростные. Папа, вот. Да? Тебе вот такой нравится? И тебе? Здесь какие-то все пока большие, да, мне кажется? И там вот чуть поменьше. Папа, вот это твой, вот это твой. А, подкрылки отдельно, да? Подкрылки к ним не идут? Папа, мы там шлемы для Батмана. Давай сначала велик выберем, потом шлем. Вот такой, посмотри. Вот такой зеленый. Вот этот один. Так, ну что, посмотрели мы велики в Декатлоне. Там почему-то они дороже, чем мы видели в Спортмастере. Так что сейчас идем в Спортмастер. На первый этаж. Звездные войны, да, тут что-то в каре за Звездные войны. Так, пошли, сына. На первый этаж нам надо. Это тише слаживается. Вот, в общем, нету таких великов. Тогда тут целые два ряда их стояло, да? Сейчас уже раскупили, какой мы хотели.
Да, тут даже сейчас детских выборов нету, все остатки, да? Ну не могли, сына. Так что будем это. А. Что? Здоровские ракетки. Две с половиной, да, одна. Ну их держать вообще приятно, да? Это для тенниса. А вот это для тенниса, да. Это для бадминтона. И ты что ли трогаешь? Ты чего трогаешь? Лёгкая. Папа, и этому мальчику тоже нужны ракетки. Пошли, мальчик. Так, пошлите все в кино. Пошли. Уже полчаса как раз осталось, пока дойдем еще. И тут клевые стаканчики, да? Мне чипсы большие. Чипсы? Еще и большие? Так, а мы купили новый попкорн сырный. Блин, мне он очень понравился. Папа обычный сладкий любит, очень, да? А папа вот обычный сладкий любит. Вкусный. И даже не карамельный, а просто сладкий, да? Да, карамельный приторный. А мне понравился очень сырный. Все, все заходят, и мы идем. Заходят за карман, папа, да? Тут что-то так светло. Конечно. Да? Видишь, повесили вот эти идиотные. Что-то я давно не видела, что так было светло. На крепление. Иди ко мне. Иди к маме. Художник Оливер Арт. Пошли. Антош, ну как тебе мультик? Понравился? Гриша, а тебе? Папа, а тебе? Такой он средненький на самом деле, да? В принципе, ничего нового. Да. Ой, папа, посмотри, какие красивые платьица, да? Сколько платьиц стоит? Тихо. Скоро какой-то новый магазин, да? Мы сейчас зайдем в какой-то хобби-центр. Да, тут какие-то химические опыты профессора. Николя. Да, ты откуда знаешь? Ты его смотрел на YouTube? Ну, здоровски, да? Это профессор Николя. Он, мы можем поесть там рук, можем сделать какого хочу лизуна. Угу. Я хочу эту красивую. Да? Тебе нравится такая? Не надо. Мне кажется, вообще здоровско. Сейчас не на нее еще скидка. Не трогать нельзя, сына. Заводи там музыка как будто. Что мы забираем? Ты ешь давай, ты гляди. Тебе, ты-то тут при чем? Это папе. Глянь сейчас, как какой сок теперь дают в Хэппи Миле. А я себе салат еще взяла. И пирожок с маракуйей. Это твой сок. Смотри, какая подводная лодка. Ну прикольная, да? И с мотоциклом. Ага, покажи. Это кто это? Грю? Да. Или Дрю? Грю. Грю? Фоня, где покажи. Ты? Глянь, смотри. А где Фонтин? А вот же Миньон. Ну да, народу не столько. Зимой, конечно. Тут вообще не пройти, да? В такое время, тем более, 9 часов. Да. Не проехать, не пройти, а сегодня прям даже пусто. Даже очень. А, потому что все ягоды. Просто забираю, собираю. Держись. Вот это... Прикольная штука, да? А как вот это называется? Ну, как доска только есть для серфинга. Есть Серфинг. Да. Начинающий. Сапсерфинг. Нифига себе, сколько она высотой, да? Мама, так, мама. Все, пошлите. Купили три коврика. Папа выше тоже. Пошли. Ты понесешь, пошли. Да, папа? Все? Мама, а, вода? Или эспандеры? Ага, пошлите. Папа! Афоня! Папа, ты где? Га-га-га! Го-го-го! Так, ну что, все, поехали? Мама, а можно кинуть еще немножко? Можно. Сейчас. Так, ну что, мы дома? Антоха, ты доволен? Нет. Давайте я открою. Нет. Да он правильно все крутил, Антош. Мама. Так, не ссоримся.
Так, все, дети пошли спать. Слушайте, на игрушки вообще бомбовские в Макдональдсе. Вот эти вот миньоны супер просто. А эта подводная лодка вообще обалденная. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.